Здравствуйте! В эфире «Минутка с доктором». Тема данного выпуска – суициды и парасуициды. Что толкает людей на этот шаг и как им помочь? Об этом мы побеседовали с заведующим наркологическим отделением психоневрологического диспансера Александром Будяковым. Что касаемо статистики, то за 2020 год у нас было 22 случая суицидов. Из них 19 мужчин и 3 женщины. В алкогольном опьянении из этих 22 человек находилось 13, то есть половина, грубо говоря. Трудоспособного возраста 17 человек было, старше трудоспособного 5. Работало 5 человек работающих. Как бы это печально не было, был один ученик СГК. И из этих 22 одиноко проживали, то есть не было никаких социальных контактов, 10 человек. За первый квартал 2021 года у нас 5 человек суицидов, 4 – это жители города, 1 – житель села. Среди 5 человек 1 находился в состоянии алкогольного опьянения, и 4 женщины, 1 мужчина. Что касаемо парасуицидов, то за 2020 год было зарегистрировано 100 случаев, из них несовершеннолетних – 2. За 2021 год, ну, как за квартал это снижение, 16 случаев, и из них 3 несовершеннолетних, что повышение. Чем отличается суицид от парасуицидов? Суицид – это преднамеренное, завершенное действие ухода из жизни. Парасуицид – это тоже преднамеренное, которое не заканчивается смертью, ну, то есть не летальный исход. Какую помощь мы оказываем? Она делится на амбулаторную и стационарную. В амбулаторном этапе мы можем вести таких людей в том случае, когда это были демонстративные какие-то попытки. Ну, то есть, условно, какую-то выгоду хотел человек получить таким способом. Грубо говоря, не купишь мне телефон, я себе порежу вены. Ну, то есть, манипуляция и шантаж. Что касаемо каких-то более тяжелых случаев парасуицидов, то есть, там, повешение, утопление, которые успели спасти, огнестрельное ранение, то, конечно, они все госпитализируются в больницу с дальнейшим переводом в Республиканский научно-практический центр психического здоровья. В Солигорском диспансере мы оказываем помощь в виде психотерапевтической службы. У нас работает доктор-психотерапевт, который непосредственно занимается с такими пациентами. То есть любой зарегистрированный случай парасуицида осматривается врачом-психотерапевтом с дальнейшим подбором ему медикаментозной терапии либо каких-то уже психотерапевтических методик оказания помощи. У нас работают психологи, которые также занимаются психологическим сопровождением данных граждан. В подростковой службе у нас детский психиатр, подростковые психологи, которые тоже помогают детям в каких-то тяжелых таких жизненных ситуациях. В Солигорске у нас функционирует горячая линия по номеру 170. Это специалисты ТЦСОНа, психологи, психологическое сопровождение. И у нас в Солигорском психоневрологическом диспансере по номеру 263570 на горячей линии работают психологи. Что именно толкает людей на такие поступки? Знаете, может быть все что угодно. Выход на пенсию, увольнение с работы, развод, смерть каких-то близких людей. То есть много причин и факторов, которые могут сподвигнуть человека преднамеренно уйти из жизни. Как распознать? Да, распознать это можно. Чаще всего такие люди, они говорят о том, что да, вот знаешь, я хочу уйти из жизни. То есть это как крик о помощи. То есть обратите на меня внимание, я хочу уйти из жизни. И классно, когда родственники обращают на это внимание и вовремя обращаются за психиатрической, психотерапевтической помощью, потому что в таком случае можно человеку помочь. Оставляют какие-то записки, письма пишут, раздают долги, чтобы, ну, как говорится, ничего не оставалось уже потом за душой, скажем так. Если вы видите, что замкнут человек стал, то есть меньше стал общаться, выходить из комнаты, все время говорит о том, вот как бы хорошо было, если бы меня здесь не было, вам бы всем было легче. Ну, стоит, конечно, обратить на это внимание и вовремя обратиться за помощью медицинской. Домашние условия, это же вы же сами понимаете, не совсем то, что может предложить именно медицинская помощь. То есть нужно разобраться, почему именно человек так себя ведет и почему он это хочет сделать. Если это, опять же, не манипулятивные какие-то парасуициды, то лучше всего, конечно, обратиться к врачу и уже вместе с врачом искать выход из данной ситуации. Если человек уже совершил одну суицидальную попытку, то вероятность того, что он совершит еще одну, очень высока. Поэтому нужно уже обращать на это внимание, как-то все-таки показываться к специалисту. У нас
если даже так говорить, что человек, который совершил суицидальную попытку, он год должен являться к психотерапевту ежемесячно, ну, для бесед, для каких-то психообразовательных, психотерапевтических, чтобы все-таки рецидив этот не произошел. На этом наша передача подошла к концу. Надеюсь, информация, полученная в данном выпуске, была вам полезна. С вами была телепередача «Минутка с доктором». Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!